Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на Lucky of Game. Продолжаем прохождение замечательной игры Лего Бэтмен 2, Лего Бэтмен Супергерои. Так, йоу! Так, что нам? Чё, куда? Нам туда лететь надо. Ну, полетели. Какой размытый город с птичьего полета. Так, нам как приземлиться, наверное, надо. Или что? Тут, смотрите, какой-то крестик, какие часы, мэрия. Куда нам именно надо? В этот? LexLuthor.com летим мы. Что за луч? Луч солнца золотого. Или это мост? Или луч это? Луч какой? Какой мост? Ты, дядь, ты что? Ты что, выпивший? Какой мост? Это луч. There's frustration tonight at the ongoing mayhem in our streets. Notorious bad guys like the Riddler and the Joker are still at large, with the Gotham City Police Department apparently helpless. Presidential candidate Lex Luthor is due in town tomorrow, when he'll hold a rally at City Hall. What message will he have for the hard-pressed people of Gotham? Will the city still be standing? After you. Ну как любезно с вашей стороны? We're here to see Lex Luthor. And you are? Seriously? Seriously. I'm Superman. He's Batman. Are those last names? Even his receptionist is evil. Just. Рождение зла. Oh, I see you're down here. Mr. Luthor is expecting you. First elevator. А это робот вообще была даже. Я так и знал, все женщины роботы. Злостик какая. Чего? Чего? Какой злой секретарь? Злой секретарь. Ой, ну-ка иди сюда, я тебе сейчас... Получай. Ну-ка иди сюда. Что-то непонятно. Непонятно. Ага, раз детальку, оставить два детальку, три детальку, где еще деталька? Так. Давай, давай соберем, собирай быстренько. Я бы еще монетки бы мог бы собирать бы быстренько, это было бы эпично. Так, серебряные детали, да, мы можем, в принципе, взрывать. Так, куда, куда, куда? Вот он, дядька, а ну-ка иди сюда, паршивец. Стреляешь? Ну ты что, не стреляешь в него? Походу суперменом надо его отдолбить. А, подождите-ка, нет, какой супер... Да ну да, по идее суперменом, только... Тут вот что надо. Что-то ломать нам надо. Так, а это вроде тащить, да потом, нет? Да, тащить, все правильно. Тянуть. Так, а вот и там вот эту фигнюшку сюда забрать. Так, подождите, подождите-ка, подождите-ка. А, он когда перегревается, смотрите. Так, отвали. Вот, вот сейчас. А, нет, давай, давай. Все, все ясно. Надо просто понять, как, типа, справляться с ним. Вот, это собачка какая-то, что ли, что это?
Да идите, не бейте меня. Так, а где Бэтмен? Бэтмен? Отвали! Тихо, сиди. И что мы? Так. Что это нам дает, что мы сломали тут? Ничего это не дает, монетки дают просто. Это нам нафиг не нужны ваши монетки. Так, где ты? Давай, давай, а ты еще нет? Ауч! Давай быстрее, ну Бэтмен-то где? Ну так давай быстрее, давай. Ебой. Так, и последний, в принципе, да, сейчас. Что там происходит? Сейчас нам что-то взрывается, пока тут анимации смотрим. Вот монетки были, пока мы там анимацию смотрели. Так. Тут еще что-то взорвалось. Так, хватит сигналки. Посигналили, хватит. Ха, вы не можете сюда забраться, лохи. Получайте. Так, ну давай. И последний, в принципе. Хоп, 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 хоп. Не попадешь. Прыжок, прыжок. Так, он два раза будет устанет. Все, в принципе, устал, да? Ты устал же? Ага, третий раз в этот раз. Тогда он два раза, в принципе. Быстрее, быстрее! Где он? Да что ж ты не устаешь? Давай, уставай. Надо, чтобы полностью крутился. Ай. А чё не устает? Давай, перегревайся. О, все, перегрелся. Быстрей! Быстрей! А то еще упустим. Это шанс. Да! Ты что, сигонишь, что ли? Так. Супермен. Соединились детские сердца. И сказала мама: не люблю отца. Так, подожди, дядьки, вы видите, тут я занят. Я понял, короче. Так. Так, ну по идее все или не все. И все, вот так надо. Мы включили экскалатор. Серьезно? Так мы могли бы не включать эскалатор и просто подняться. Бэтмен, я вижу, что тебе нужна небольшая помощь. Ну, давайте воспользуемся. Вези меня, вези! Вот не работает эскалатор ваш. Может, Супермен такой тяжелый? Нет. Нет, ничего не работает. Здравствуйте! Серебряные детали. Так, мужчин, вы что тут ломаете? Люди строят, строят, а вы ломаете. Так, не знаю, ломать, не ломать. Я не могу даже сломать. Супермен, ты зачем бьешь?
Так, вот что-то надо собрать. Нет, собери! Так, нам нужен тут рентген, да? Или как? Что происходит? Что-то непонятное происходит. Опа! Контрольная точка. Так, сохраняться не будем. Я знаю уже тут, что это сохранялка. Ага, тут, кстати... Новый костюм Бэтмен. Ну, не новый. Какой-то костюм. Энергия костюм, да, я понял. Сейчас подойдите-ка, подойдите-ка. Ну давай энергию костюму возьмем. Только электрический он называет, а не энерго. Мы всю энергию забираем. Эта штука непонятная открывается. Ага. Это криптонит был, да? Вы что, не подходите ко мне, я заряженный. Супермен бьешь, правильно? Бей, 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 бей. Ага, тут нам, правда, серебряная штучка нужна и вроде бы. Так, чувак вообще летает нормально так? Дядь, все нормально, нормально, все нормально. Ой-ой-ой-ой, нифига себе там. Даже я не могу подходить, да? Так, а мы эти барьеры нет, не можем, да, сломать? Давайте, в принципе. Ой! Ой, Супермен, ты шо? Ой, это Бэтмен, ты шо сделал? Это же вроде бы... Хоть и плохой был дядька, но... Не обязательно было, мне кажется, его. Так, супер-супер-супермен. Что происходит? Почему я прицел не вижу? А вот... А, тут вон, тут водить надо, я никак. Вот я туплю. Так, это что? Ах, вы паршивцы такие. Обижать моего друга? Кстати, по идее, он не должен бояться, он теряет суперспособность, по идее. Но-то... Так, еще очередной лифт. Как сложно тут в соло, знаете, так подниматься. Куда-то нужно сходить, тебе постоянно нужно кого-то с собой просить, чтобы на кнопку встал в лифте. А в чем включает? Ага, он пушку включил, паршивец. Вы что стояли, смотрели? Какие-то... Это очередной костюм. Сенсорный костюм, который позволяет нам... становятся невидимыми для сенсоров. Что-то мы запустили там.
Что там за шайтан машина там? Так, а как же тебе пушку это выключить? А, походу нет, дальше надо просто нажать, все, я понял. Понял тебе, дядь. Надо еще раз сенсорный костюм взять. Ну, наверное, понял. Может, конечно, и не понял. Ну-ка. А, мы бэт-машину вообще собираем. Шо? Теперь опять нажать нам нужно на кнопочку. Чтобы что-то происходило. Теперь опять крутануть надо, да? Только невидимо, как эту машину мы собираем на конвейере. Так, это, короче, 3D-печать. Потом опять кнопочка. Ну что ж, разбили. Вы что? Хулиганы, где я? Да, вот я. Так, куда нам? Куда? Чё, куда? Чувак там машет что-то. Ломай, 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 все ломай. Так, о, ты вижу, вижу наверху. Ага. Так, сюда немножко подойдем. Попадаешь вообще? И что у нас произошло? Так, еще где-то. А, вот с той стороны, да? А зачем было выключать? Я мог бы и сверху пролететь, но окей. Ха. А, это для Бэтмена же мы, да, да. Мы же для Бэтмена, не для себя, не только для себя. Все, о себе думаю. Это Бэтмен что прилетел. Ты бы, кстати, мог так бы и Бэтмена, если честно, поднять вот так и перенести, не обязательно. Ну, падай. Угу. Так, еще одна штучка для Бэтмена. А, я подняться не могу, я понял тебя, дядь. Пока делись, короче, я тут разберусь, товарищ. Как я разберусь? Так, что ты? Давай. Бэт-костюм. Что это за пирамида непонятного происхождения? Все, закрываем. А, ну я хотя вижу, смотри, золото туда. Так, Бэтмен.
Бэтмен, лети! Лети, я ж тебе говорю! А ты упал. Да. Моя попытка номер 6. Так, ты же стоишь, Бэтмен, да? Ой, Супермен, да-да-да, стой! Да, а почему не долетаешь? А что мне делать? Может, двойным прыжком? Нет? А если в полете? Нет, ты шо? Нажмись. Так, разбег берем, прыжок бесконечности, далее. Так, тут костюм должен, по идее, быть. Или как? Или не костюм, нет. Вот, видим, для Супермена что-то нужно нажать. А, вот. Так, что дальше? Мы должны ее закрыть, я вижу. Скриптонит этот дурацкий. Чтобы Супермен смог пройти. Так, а что у нас внизу интересного тут? Собрать что-то можно. Ух! Мы собрали то, что... Ауч! Больно. Так, что, наверх? Так, дальше-ка. Или Супермен, ой, или этот Бэтмен должен пойти. Контрольная точка. Так, извините, мсье. Пошла. Хулиган, так, супер. Включение. Activation. Активация завершена. И у нас... Так, попались! Давайте все для начала разрушим. Соберем. Так, мы еще управляем роботом. Что, может бить? Такой, а я теперь тоже сяду. Посмотрим. Робот против Лекс-Корпа. Ну давай. Ауч! Больно. Я, дядьки, не бейте меня. Подойди. Ага. Все, я понял. Я понял, что нам надо делать. В какой-то этой игре, помню это. В какой-то игре я тоже такое делал, типа. Нет, отойди к стенке. Где? Ах ты, жук. Получай леща. Одного достаточно было. Ой, монетки могу собрать. Так, Бэтмен, теперь твоя очередь навалять ему. Получай леща. Эти, подожди, сейчас монетки соберем только мы. А потому что мы скоро это получим. Ты чё, паршивец, получай. Я людей убивать нехорошо. Так, давай, сколько нам вообще? Чуть-чуть не хватает монеток. Так. Что дальше? Как выйти нам или что это? А, вот, поправить можно выйти было. Так ты мог Супермен вообще вылететь в окно и навалять ему, если честно. По правде говоря. Так, Супермен поднимись. Ты это раз. И монетки соберешь, чтобы...
чтобы получить нам с тобой уникальную что-то. Еее, супергерой! Так, куда вообще нам нужно? Сюда же? Ага, нам тут Бэтмен нужен. Бэтмен! Супермен, как великодушно с твоей стороны не защищать меня. Что дальше? Так, что вы... А, тут этот... Чувачок. Супермен идет на помощь. Ты как-то не можешь бежать. Что ж, дайте пройти. И дальше что? А, на лифт, это лифт, 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 я понял. А, свидание, не успел. Ха, выкуси. Я где-то ее слышал. Я не слушаю музыку. Either you guys know the score of the game? I don't follow sports. 7-3, St. Louis, huh? Shouldn't have asked. Nice costumes. Типа такой костюмчик. Прикольно, забавно. Lex? Right here. Мегамаха сейчас будет. You feel okay, Superman? I hope you voted before you got here, because you might not be leaving. Ты не нормальный, теперь мне стать президентом. No one is going to elect you president. Oh yes, they will. Once we've flown over the country dispensing my friend Joker's gas, I'll win in a landslide. Since I was deprived of the Man of the Year award in Gotham City, we're starting at their city hall. Sorry you won't be there. When I'm president, I'll build a statue of you. You're not going to build him a statue. Ты не будешь его ставить, не будешь ставить. But you won't be there to call me on it. Wait a second. What are you going to do to the dynamic dum-dum? Joker, I have an election to win. But who will I play with if he's dead? Robin's still around. If we eliminate Batman, Robin will probably put on the suit and say he's Batman. Won't be the same. А Джокер, ты его любит? Did not expect that. Let's go get out the vote. All right. Do you know how expensive that was? Have no idea what it cost, no. Что? Как? Спрашивается, как? Nice plan. Now we know what they're up to. Вон, нифига себе. You think? Серьезно? Жесть. Гениально, гениально, да. Похлопаю вам, ребята. Нифига, снимаю шляпу, следовательские разборки. Прикольно придумано. Не ожидал такого, знаете, поворота в конце. Ребят, с вами был Лайков. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Ну и встретимся с вами уже завтра. Всем пока.